Принц Гарри и американская актриса Меган Маркель обручились в Лондоне. Праздничная церемония бракосочетания собрала огромное количество звездных гостей, сотни людей толпились за воротами часовни Святого Георгия. Неравнодушные граждане Великобритании начали праздновать события задолго до начала, многие несколько последних ночей провели в палатках неподалеку от Королевского дворца. Нетрадиционная свадьба принца с простолюдинкой вызвала невероятный ажиотаж в стране и за ее пределами. Венчание прошло в часовне Святого Георгия, но торжество приглашены 600 человек. Одно свидание перевернуло их жизни, вокруг актрисы творятся необъяснимые вещи. В Москве состоялась премьера фильма Сергея Маквицкого и поделились любопытными снимками. Футболист оказался падшим, недостойным уважения человеком. Президент лично сидел за рулем КамАЗа, проехавшего по дороге. Жена Артура Смольянинова показала страсть.